сегодня купал попугая и заляпал все окна. И как с ним бороться? Теперь рубает дрова в свое удовольствие. Да, коты? Нет, чтобы, скажи, пойти помыть окна, как полагается. Вот. Устали коты, страшно. Папа занимается, можно сказать, йогой. Ничего не делает. Коты устали. Да? А папа вот так лежит, ничего не делает. Уставшие котики у меня. Ой, страшно уставшие. Так у нас. Арчи там целуется с Пепитой, как обычно. А это я не поняла, что вы поменялись парами. А это все-таки очень уставшие коты. Страшно уставшие. Ой, какая подушечка у тебя красивая. Это у нас Шер. Очень, очень красивая подушка у Шер. Видите, какая. Жалко, тут нету рядом Шакиры. Я вам показала, какая у Шакиры подушечка. Розовая-розовая. У этих черная. Да? А это виноград кушали. Ой, виноград. А гранат сегодня папа давал на окне. Теперь он там дурака валяет. Не дает котам поспать по-человечески. Да, Леополь? Мешает тебе папа? Сейчас я выйду, ему скандал устрою. Скажу, что это такое, мешает котам спать? Так, ты мне провода не трогай. Иди отсюда. Молодец. Вот так надо себя вести. А ну покажи. Твоила. О, а у рыси розовая. Вот если сравнить, покажи подушечку свою. Показывай, рыся. Покажи подушечку. Рыся, покажи подушку. Рыся такие розовые-розовые. Как получается? Точно такие, как у Шеги. Ой, склероз у меня. Как у Шакиры. Я с тобой разговариваю. Так, Леополь, Леон, что такое? Сейчас будешь на улицу. Ты уже дров нарубал? На улице тепло, солнце светит. Марсель захочет греться. А у Марселя, а коты устали, а ты мешала, они тут спят, понимаешь, а ты стучишь. Леополь, ты не сильно? Ты в кольце сидишь? Колечко новое приняло? Да, они тут целовались. С этим. Даже тебе понравилось? Нормально. Они вон целовались. Ты с ней дает кольца. Ой, Арчи уже к тебе бежит. Арчи уже бежит. Иди к папе, пожалуйста. Рассказывай. А что, он на окно уже не ходит? Все уже? Ну, он уже перерос от окна. Пипита сидит. Пипита, он спит. Пипита пусть спит. Давай его на окно. Коты скучают. Нету попугаев никаких. Ложись, Ай, папа, расскажи, тебе сейчас. Расскажи. Покажи, как ты раньше лежал тут. Почему показывай. Сейчас лежит. Сейчас не лежит. Сейчас он говорит, я с котами больше не дружу. Я уже вырос, уже взрослый парень. На улицу хочет. На улицу. Ну, ты же их купал сегодня, их нельзя на улицу. Или они уже высохли? Уже солнце ушло. Нет. Завтра на уличку. Теперь попугай выходит на улицу буквально на... Кто там приперся? Часик. На часик буквально. Все. Улица чуть-чуть закончилась. Ать, покажи. Что у тебя там на пузе? Давай посмотрим. Давай, показывай, что на пузе. Давай, маленький. Тетя такой. Завидует. Такой. А, Чарли, уйди. Ну, Саша, Чарли позавидует пусть. Чарли, уйди, не мешай. Ладно, на тебя почешу. С
сразу разволу подставил. Чешите. Чешите и меня. Ирочка, пузика. Вставай, хватит. Вставай. Вставай. Встаем. Ты не тебе сказали встаем. Лежать. Ложись быстро. Папа не тебе. Папа не тебе говорил. Ложись, ложись. Это он говорил Арчику, чтобы он вставал. Да. То команды прям все его исполняют, прям по первой воле. Сказал, встаем, он взял, встал. Леопольд, ты знаешь, что это было не тебе сказано? Игорь, твое колечко, ногу.